Оперативниками установлено, что подозреваемый осуществлял руководство деятельностью 13 участников сообщества, занимавшихся незаконным сбытом синтетических наркотических средств в крупном и особо крупном размере методом тайниковых закладок на территории Саратовской области. Часть группы обеспечивала работу интернет-сайта. Остальные участники занимались доставкой, фасовкой и сбытом наркотиков. С какой целью данные средства вы хранили? Хранил с целью распасовки и дальнейшего расклада по адресам. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками управления наркоконтроля Главко у членов сообщества изъяты более 5 килограммов синтетических наркотиков. В отношении организатора незаконного бизнеса возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 210 Уголовного кодекса Российской Федерации. Денис Желтов, Андрей Багаев, Вести, дежурная часть, Саратов.